Этот фильм называется «Крепкий орешек». Да-да, но не тот «Крепкий орешек», где американцы крошат свою американскую мафию. Советский «Крепкий орешек» был снят в 1967 году, ровно на 21 год раньше американского. Советский фильм – это кинокомедия про войну с Виталием Соломиным и Надеждой Румянцевой в главных ролях. Двое советских военных, Соломин и Румянцева, попадают в тыл к немцам и вместо того, чтобы растеряться и спрятаться, начинают качественно воевать с немецко-фашистскими захватчиками. Американцам такое и не снилось. В конце фильма Соломин и Румянцева получают советские ордена и назначение в первую конную армию Советского Союза. Вдумайтесь, это комедия о Второй мировой войне, погубившей десятки миллионов человеческих жизней.